Я из города Твардица. Я очень творческая и веселая девчонка, которая очень любит рисовать. Я окончила с отличием 5 класс и художественную школу. И у меня очень много красивых работ. Я очень люблю своих родных и близких. И поэтому считаю, что у меня счастливое детство. В свободное от учебы время я люблю заниматься готовкой, а еще заниматься лепкой. Я очень рада, что участвую в конкурсе Junior Hops и желаю всем участникам победы! Сегодня я хочу вам показать свои 3 самые последние работы. Первая — это у нас идет работа «Подводный мир». Здесь изображены обитатели этого самого подводного мира. Следующая у нас на очереди – это натюрморт. Он создан из бидона и яблока. Написан в ярких тонах и акварели. А следующая моя самая любимая работа – это иллюстрация к сказке Александра Сергеевича Пушкина «Мертвая царевна и 7 богатырей». Сейчас я вам хочу показать поэтапное создавание этой самой картины. Первым делом я создала эскиз. Я его рисовала с помощью средней твердости карандаша. Затем я начала прописывать задний план. Как же я его прописывала? Я ей придавала предметам объема. А объем придается так. Сначала берется основной цвет самого объекта. Затем придаются тени, полутени, и уже виден сам объем. А позже я прописала самих богатырей и придала им объем. И вот наш конечный результат. Я эту картину создавала по образу, который у меня возник в голове после прочтения этого самого рассказа. Надеюсь, вам понравились все мои картины, которые я создала, как моим родным и друзьям.